Это многофункциональный центр, сокращенно МФЦ. Что это такое? МФЦ – учреждение, где вы можете решить жилищные, социальные, юридические и другие вопросы. МФЦ работает по принципу одного окна. То есть вам не придется ходить по разным организациям и кабинетам. Просто обратитесь сюда со своим вопросом. Как же это работает? Вы подаете все свои документы в одно окно МФЦ. Затем специалист центра решает ваш вопрос в различных ведомствах и организациях. Вам нужно только прийти и рассказать о своей проблеме. Дальше это уже забота сотрудников МФЦ. А вы можете спокойно ожидать и не волноваться. Вы поставили задачу, и ее обязательно решат. В МФЦ созданы все удобства для вас. Вы можете предварительно записаться на прием. Здесь работают электронная очередь и информационное табло. Есть терминалы оплаты, в зале ожидания есть кондиционер. Можете приехать на машине, есть парковка. В МФЦ созданы комфортные условия для инвалидов и посетителей с маленькими детьми. Пользоваться услугами МФЦ очень просто. Позвоните в ближайшее отделение. Узнайте, какие документы личного хранения нужны для решения вашего вопроса и запишитесь на прием. Принесите документы в МФЦ и в указанный день получите нужный вам документ. К 2015 году в Московской области будет работать не меньше 94 МФЦ, созданных в рамках региональной программы по повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг. Вот МФЦ городского округа Химки. Перед зданием центра оборудована парковка. Созданы все условия для передвижения и приема инвалидов. Внутри помещения работает кондиционер. В центре светло и просторно. В зоне ожидания есть столы и стулья. Обеспечен доступ в интернет. В МФЦ действует несколько окон приема. Так выглядит электронная очередь. К посетителям относятся исключительно доброжелательно. А среднее время ожидания в очереди не больше 15 минут. Согласно указу президента России, к 2015 году услуга одного окна станет доступной более чем для 90% россиян. И при этом поставлена задача, чтобы не меньше 90% граждан были довольны качеством их услуг. В Московской области уже действуют многофункциональные центры. Там ждут вас.